Приветствую всех на онлайн-мясе по игре Mortal Kombat на ПК. Мы даем игре еще один шанс ей справиться. Я чувствую, зря я это сделал, но ничего поделать. Раз решили, значит надо пробовать. Сегодня в комнате пока еще на начало, так сказать, записи у нас Liquor, Dart 2013, Ariocha, Flame A и XCON. И мы начинаем. It has begun. Может, потом склеи всякие разные бои, где не будет вылета. Хотя бы так как-то. Зашибись. Минус первый. Поехали дальше. Экскона больше нет. It has begun. И кажется, у нас там еще кто-то вылетел. Алёха вроде. Начну я с Китаны. Китана против Смоука. К нам только что кто-то подсоединился. И у нас все выбрано, игра стоит. Что же будет дальше? Делаем ставки. Запустится или нет? Победителю даю лайк. О, запустилось. Кто-то вылетел и двое зашло. Ну, неравноценный обмен. А, вот теперь все правильно. Теперь все хорошо. Один вылетел, один зашел, еще один зашел, один вылетел. Шикарно. Главное, хоть битва началась. Мы же ради этого здесь собрались. Все повылетали. Сраный Mortal Kombat. Begin. Ну что у нас стоит? Ничего не работает, даже игра не начинается. Ну что такое? И последняя попытка, Дарт. Дарт, я сомневаюсь, что у нас что-то с тобой будет работать. Но давай попробуем. Китана. Лю Кэнг. Кто-то зашел, кто-то вышел. Все через жопу, слушайте. Я не знаю, как с этой игрой. Я научу тебя уважению, говорит Китана. На удивление мы с Дартом играем. Вот так вот, сверкающие пятки! Прям в лицо! Девушку пяткой в лицо. Тут тебе, блин, тебе мама не говорила, что нужно... Да иди ты... Нет, все хорошо. Ох ты ж. Ну все, ладно, это сам, блядь. Да блин. Ха-ха-ха-ха! Китана уделала этого китаёза кричащего. Чё, файт? Давай, покажи, что способен китаец. И это всё? На тебе, щи! Недооценивай Китану, маленький! Оу! Даже показали нам в замедленном действии. Ха-ха! Вот и все, мне кажется. Да, это все. Надо посмотреть, как фатерити. Мы, не знаю, может унизить его. Назад, вниз. Это не получается. Да чтоб тебе! Повезло тебе, Лю Кэнг. Зато она сейчас тебе подмигнет. Я надеюсь, ты доволен этим. Одного мигания хватит, чтобы утешить твою жалкую душонку. Еще и в живых оставил. Вот, блин. Вернется же. Следующий. Народ у нас наприходил. Я надеюсь, сейчас никаких проблем не будет. Пожалуйста, зачем я это сказал? Вот когда я всегда это говорю, вот всегда какие-то проблемы возникают. Не хочу никаких проблем.
Так, кого бы взять? Шива. Шива. Шива я не играл. Проблема, зашибись. Во, что за эхо? Вроде разлагало все. Поехали. Так. Так. Ну что я могу сказать о ПК-версии Mortal Kombat? Вполне сказать, что говно полное. Нет, я не могу такого сказать. Игра та же, что и на PlayStation 3. Но мультиплеер здесь просто отвратительный. Я не знаю почему. Говорят, что во всем виноваты настройки компа. То есть, если у тебя такие же настройки, ну, не подходят под твой компьютер, то игра будет лагать, вылетать. Ну, я не считаю, что это так. Это, скорее всего, интернет, и он более придирчив, чем на PlayStation 3, я смотрю. Особенно вот в файтингах. В файтинге всегда интернет придирчивый. Но... Такую херню я несу. Честное слово, ребят, это просто ужасно. Я соболезную тем людей, кто купил это говно на компьютер и не имеет консоли. Вот примерно из-за этого. Ну вот что это такое? Вот как это называется, я не знаю. У меня уже две победы. Я победы получаю просто потому, что я тут стою и ничего не делаю. Вот, победы мне идут из-за того, что я ничего не делаю. Просто стою. И у нас дальше выбора персонажа ничего не уходит. То есть, да, вот загрузка идет, но через секунду может быть вылет, что с моей стороны, что с ихней стороны. Игра непредсказуемая, да. Ты сидишь вот 20 минут, просто ждешь своего оппонента, человека, с кем ты можешь играть, но я не знаю. Я не понимаю. Я не понимаю эту игру. Это наверное, край. Это край моей выносимости, выносливости. Вот, край моей выносливости. То есть, игра просто говорит, не надо сделать мясо по ней, не надо. А я лезу. Зачем я сюда лезу? Я не знаю, зачем я сюда лезу. Зачем мы играем в нее? Дарт, походу, мы с тобой вдвоем сегодня будем участвовать в мясе. И я не знаю, что. Я ставлю блок. Я знаю эту фишку. А ты эту знаешь фишку? Нет, ты эту фишку не знаешь и получаешь по щам. И я получаю по щам. Потом я тебя еще огнем, ты не успеваешь. Вот так вот. Я тебе опять по щам даю. Ты телепортируешься, нет? Окей, я тогда тебя топчу. Потом избиваю в захвате. Фаербол тебе в лицо. А, не получилось, смотри-ка. Ой, да ладно, ты это комбо хотел сделать? И это все твой комбо, сгори. Ладно, ударься. Ой, Дарт. Раунд 2. Поехали. Ну, а кто круче? Ну, чё, это все, что ты можешь? Вот так тебе, X-Ray. Подловил, я просто ждал. И нет, я подумал, что игра вылетела, но она просто настолько удивляет, что я должен просто гадать, вылетит это она, не вылетит. Да, я знаю одну комбинацию Шивы, это... Я Flawless Victory хотел! Так, вперед, вниз, вниз, вперед, вниз, вниз. О, да! Это фаталити, друзья мои. Я купил себе новую шубу, наверное, из человеческой кожи. Только она не по размеру шире. Придется подшивать, снимать с кого-то еще. Сниму с другого скорпиона когда-нибудь. И будет у меня шуба. Будет у меня еще одна шуба. Это замечательно, друзья мои. У меня просто нет слов. Я... могу ругать эту игру еще очень-очень долго. Вы понимаете, что нет в ней ничего интересного. Сам файтинг, он сам по себе, не сказать, что он веселый, да, тут есть интересные моменты, это как Fatality, X-Ray, но
Я не вижу в нем что-то такого прям. И зачем его выпускать на компьютер, смысла в этом тоже. Это то же самое, что когда выйдет вот Наруто, да, вот скоро выходит Наруто Ultimate Ninja Storm, я тоже не понимаю, зачем выпускать его на ПК. Ну вот кому он сдался здесь? Вот там будут такие же проблемы, я вот более чем уверен. ПК это машина для стрелялок, там, стратегий, да, там, всяких РПГшек. Ну, никак не файтингов. Я не понимаю. Вау, на удивление у нас начинается игра. У меня новый напарник. Я не знаю, как этим Кун Лао драться. И что он умеет. О, да! Апперкотик. Вот так тебе. Как он там? Ай! Слышь? Ай! Эть! Вот так вот Кун Лао затащил. Крутился и вертелся, шляпки кидал. Давай! Шляпа нужна, недорогая. Давай примерим на тебе ее сейчас. Не подходит, я смотрю, на тебя. О! Мне кажется, тебе нужно немного позвоночник подправить. Тогда, я думаю, она на тебя налезет. Да фиг тебе! Думаешь, я так легко попадусь на эти штуки? Ой, быстрее финиш, 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 как же там? Вперед, вниз, вперед. Или вниз, вперед, вниз. Черт! Вот когда спешите, друзья мои, вот такая фигня и получается. Он мне глаз из... Не знаю, что он мне с глазом таким сделал. Что он сделал такого, что ваш глаз наружу вываливается, я не понимаю. А, так. Вутиль. Ну что я так могу еще сказать про ПК-геймеров? То есть, ну вот... У меня скилл игры сейчас ниже среднего, наверное. И... Вот видите, ПК... Файтинги на ПК — это не популярная тема. У нас по... Нет. Да. У нас вылет. XCOM не везет ему, получается. Не может он поиграть. Если проводить мясо по Mortal Kombat на ПК, то есть будут постоянно проблемы, то есть мы увидим, как мы с ними сталкиваемся, и кем я еще не играл. Вот Смоуком я не играл ни разу вроде еще. Smoke. И вот такая проблема будет у нас постоянно, то есть, да, дисконнекты, фигня всякая непонятная, но... Ну, играя с кем-то, да, можно будет поиграть, то есть вам просто нужно меня победить, и, возможно, вы еще между собой сможете поиграть, то есть без всяких вылетов. Вам просто нужно выиграть и показать себя. Может, мне проиграть? Не, я не хочу проигрывать. Хотя я не умею смоком играть. То есть, что он умеет? Я не знаю, что он делает. О, меня, мол, не ударили, мне пофиг. Воу! Фига себе, телепорты, молнии, комбо. Ой, я, кажется, проиграю тут. О! Как это я сделал? Фига себе. Ага. Все, я понял. Все, я проиграл этот раунд. Все, Дарт, молодец, хорошо. Хорошие комбинации. Неплохо, все очень. Молодец, молодец. Зачем я это сделал? Вот ты же какашка-то, а? Недооценивай мой X-Ray. На тебе, блин, носом в пятку. вроде я тебя ударил, нет?
Да ты заколебал за молнией. Отстань. Я знаю одну фишку сейчас. Если я ее сделаю, будет забавно. А я не сделал ее нифига, черт. И побеждает Дар 2013. Наконец-то, наконец-то меня свергли. 4 победы. Из них 2, наверное, я выиграл. Я не знаю, может быть 3. Потому что мне победы давали за то, что я просто стоял тут, а народ вылетал. Вот такой, ребята, Mortal Kombat здесь, да. Продолжаем, продолжаем. Продолжаем запись. Молодец. Сейчас тут кучка вылетит, конечно же. Нет, не вылетит. Так, фаталити не было, поэтому мы ставим... Что мы ставим? Ставим шестерочку. Без фаталити никаких десяток. Вот такая вот традиция у нас. Оп, улетел. Теперь, наконец-то, я могу просто посидеть, отдохнуть и поговорить еще о Mortal Kombat. Игроки здесь молчат. Молчаливые вообще. Ужас. У нас на PlayStation 3 там любит потрындеть. Вон Анидзукин особенно подтвердит эту тему. Они трындят, вообще не затыкаясь. А тут молчаливый. Вон микрофон горит, а он молчит. Ничего не говорит. Сейчас у нас играет Добро Биборан против The Dark 2013. Давайте же наконец-то посмотрим настоящую битву. Вот битву мясеров. Я наконец-то как комментатор могу просто посидеть и полюбоваться этим зрелищем. Значит, у нас Скорпион против Sonya Blade. Сисястая. Вы только посмотрите на ее буфера. Они прекрасны. Они просто замечательны. Удар. Так, телепорт. Все, избивает наши сиськи. Вот я вот в прошлый раз пытался так вот прыгать, и у меня не получалось. Я забыл, как это делается. Ну, пока что лидирует Скорпион. Вот уже Соня. Прям обменивается любезностями. О, комбо-брейкер. Отличный комбо-брейкер. Но Соню жарят. Ха-ха, извращенцы. Жарят именно огнем. А не то, что вы подумали. Соня делает 2 кувырка. Но ей это не помогло. И получает по щам. Апперкотом. Опа. Опять пытались отжарить Соню. Но она не такая. Она 2 раза на одну удочку не попадается. Делает мостик, колесо 3 раза. И походу, мне кажется, Соня сейчас, да, Соня сейчас выйдет в лидеры. И апперкот, нет, смотри-ка. Вот он, победный апперкот. Да, говорит Соня. Скорпион встает на свои лапти костяные. И мы продолжаем. Файт. Ну давай, Соня, покажи, на что ты способна. Ой, вот это комбо пошли. Не дают Соне упасть. И комбо-брейкера у нее тоже нет. Поэтому Соня не сдается, хотя он же не так много снял. Вроде бил, а Соня 2 ударами и сняла больше, чем он своей комбашкой. Спам здесь рулит, конечно. Вот в этой игре спам рулит. Да, комбо надо знать, но и спама можно забить. Нифиг нафиг, если правильно его применять, вот. Что-то Соня прыгает вокруг него, точнее над ним, и никаких эффектов, ничего не происходит. У Сони есть X-Ray, интересно, она воспользуется им? Нет. Нам нужно больше мяса, ну нужно, чтобы ломали кости. Людям интересно смотреть, как одни люди ломают кости другим людям. Ну, да, и X-Ray проходит в блок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и походу Соня сейчас у нас получит... Нет. Так. Интересно, кто же выиграет? Вот это напряженный момент, все, Соня проиграла. Все-таки женщина должна знать свое место. И оно, конечно же, не в игре. И не в Mortal Kombat. Да, особенно не в Mortal Kombat. Лучше бы она занялась, я не знаю. Пошла учиться на кулинарные. Стояла бы себе спокойно на кухне, готовила бы блинчики своему муженьку. С такими буферами нам, конечно, на спасение. Хорошего, любого мужика. Нет, она страдает фигней.
машет своими худенькими ножками и ручками и сбивает какого-то дьявола, что ли. Я не знаю, Скорпион, он же не человек, он дьявол, он вышел из ада мстить Сабзира. И какая-то бабёха мешает ему мести. Для чего? Для чего она вышла и с ним драться? Да зачем? Я не понимаю. Ну, я не знаю. Вот протыкают нашу Соню, притягивают и просто бьют апперкотом. Она не сдается, она попадается на ту же удочку второй раз. Ой-ой-ой-ой-ой. У кого-то вкусовую... Что я несу? Ладно, ребят, я не знаю, просто я недоволен этими лагами и начинаю нести какую-то хрень. Если бы сейчас все слышали, что я тут говорю, они бы, наверное, посчитали меня дебилом. Да, на записи это будет, но... Ладно, мы увидим фаталити, Скорпион побеждает и ставим твердую десяточку. Дар 2013, две победы, и у нас бой выходит сейчас. Кто же у нас сейчас выходит в бой? Ну, барабанная дробь? Я не вижу, надо посмотреть. А, нельзя посмотреть. Так, у нас, на удивление, все сидят в комнате, никто не вылетает. Наконец-то нормальное мясо. Индикст выходит у нас против Дарта. И они будут показывать сейчас... Показывает сейчас свое мастерство, что происходит. А Дарт просто долго выбирает. Блин, ребята, я рад. Наконец-то у нас настроилось соединение у всех. Наконец-то мы начали понимать друг друга. Главное, чтобы записалось без лагов. Я, кстати, графику чуть-чуть понизил, на всякий случай, потому что фрапс у меня в прошлый раз такую хинею назаписывал. Что я две серии просто удалил. Fight. Так, сейчас у нас Лю Кэнг против... Я забыл, как его зовут, и я прослушал. Давайте звать его офицером. Просто офицер. Офицер принял оружие. Применяет оружие, но не помогает. Просто у Лю Кэнга очень... бронированные, так сказать, руки, я не знаю, они пули не пробивают. Если он ставит блок, то там даже ракеты, наверное, не пробьет и ничего ему не сделает. Вот видите, даже дубинка просто как об стенку. Даже стенке был бы какой-то вред, но Лю Кэнга нет, вреда никакого нету. И что, Дарт у нас проигрывает? Страйкер затащил. Раунд 2. Поехали. Интересно, сможет ли Дарт вытащить этот раунд? Против Индикс. Как же Индайкс? Как же правильно считается у них? Ребят, ну, вот вы ругаете меня за то, что я не могу, например, правильно прочитать ник или что-то еще. Ну, как вот такое можно прочитать с первого раза или просто не спросив, как правильно читается? Я не знаю, может, я уже слишком стар, не понимаю нынешних молодежных стычек. Ну, ребят, как можно такие ники придумать? Что такое индекс? Я не знаю. Может быть, он увидит это видео, напишет в комментариях, что же означает его ник и как он правильно читается. И сейчас что у нас? У нас Люка проигрывает. Дарт проигрывает. Да, все, фаталити, давай. Давай, мы жаждем фаталити. Нет. Он просто расстрелял. Просто расстрелял Лю Кэнга, да. Лю Кэнг опустил руки и расстрелял его. И вдобавок еще не взорвал. Ну, это тоже можно назвать фаталити, но... Извиняюсь, десятка. Мы не видели, что случилось с Лю Кэнгом. Поэтому десятку он не может получить. Но за то, что сверг нашего короля, он получает шестерочку. Шестерочку, но я не знаю, ничего не появляется. Походу, какие-то проблемы. Проблема опять с коннектом. Опять я накаркал. Кто мне за язык тянет? Вот кто? О-о! Домахался он там руками. Нефиг махать своими лаптями. Это сбивает интернет. Интернет это сбивает. Так что продолжаем. Продолжаем. Походу, кто-то еще вылетел, нет?
Да, походу еще вылетел кто-то. А кто он? Нет, Дарт тут. Я не знаю, кто вылетел. Сейчас у нас Ликор против IndyXT. Короче, я буду называть его Инди. Инди выбирает Шансунг, Ликор выбирает Кену. Шансунг против Кену. Все, все понятно. Всем все ясно. Раунд 1. Файт! Отлично. Ну давайте. Они, кстати, чем-то похожи, если так посмотреть на их лица. У обоих бородка и усики. О, вертушка полетела. Ликор. Ладно. Кена получает у нас просто по щам. Получает и получает. И ничего не может в ответ сделать. Шансунг просто постоянно прерывает его и прыжки, и подходы апперкотами или обычными ударами. Все, Шансунг побеждает. Легкая победа, я скажу. Fight. И второй раунд. Поехали. Пока ничего особенного не происходит. Комбо-брейкер Кана пытается что-то сделать, но все его попытки тщетны. И угасают с каждым ударом. У него есть X-Ray. Почему он не воспользуется X-Ray? Шансунг почти в блоке не стоит. То есть вот прямо сейчас бы X-Ray-чик и догнал бы уже его хотя бы. Я не знаю. Все-таки X-Ray это его последний шанс, я думаю. Либо какое-то комбо с усилением тоже могло бы затащить. Ну давай же, ну сделай X-Ray. Ты что, не знаешь, как его делать? Ну давай, ну... Ай-яй-яй, ну что, на этот раз мы увидим фаталити от этого человека? Нет, фаталити этого человека мы опять не увидим. Не подготовился человек, не выучил фаталия. Беда, беда. И получает пятерку. Да, тут ничего особенного не было, просто избили бедного Кена. Бедного Кена просто избили. Бедный Кена. Больше пятерки он не получит. И сейчас у нас на бой выходят новые бойцы. И кто же у нас выходит? У нас выходит Фламия, два знака вопроса, то есть он... Sub-Zero. А два знака вопроса, это, скорее всего, не считается, этот, как он называется, там, кириллица какая-то там. То есть у него ник сверху был нормально написан, а тут получается как-то так вот, криво. Ну ладно, я просмотрю. Так, у нас... This will be easy. This fight will be your last. Ладно, у нас Джейд против Саб-Зира. Он, видите, кириллица у него не проходит, какие-то там квадратики, где полоска жизни. Видно, что человек не русский, скорее всего. Просто зашел в комнату. И вот так вот попал на запись. Ну что, что, пока они идут наравне, не сказать, что кто-то прям лидирует, даже против, после таких вот ударов. Нет, Джейд вырывается вперед и не дает Скорпиону никаких шансов просто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, Саб-Зиро почти догнал. С помощью X-Ray'а догнал. Что ему еще сказать? И, походу, ему это не помогло, не спасает. Хотя... Браво, браво. Затащил Саб-Зиро. Скорее всего, что Инди не умеет играть за Джейд, и поэтому у него так плохо получается. Хотя я в прошлый раз, ну, в первом видео неплохо ей так играл там. Она шаровая, бей по кнопкам, что тогда будет делать? Ну, я не могу так критиковать его, мало ли.
каждого свой скилл, каждый умеет играть так, как он умеет. О как. Скорпион, ой, Скорпион. Саб-Зиро спамит один и тот же удар, то есть этот подкат, и Джейд постоянно на него ведется. Из-за того, что нас не слышно, точнее, меня не слышно, я не могу подсказать Инди, чтобы он приседал и сидел в блоке почаще, потому что игра не позволяет этого. Наверное, из-за этого отключили голосовой чат, чтобы мы не подсказывали. И ПК же, это же хардкорная консоль, ну, можно и так назвать. И тут все по хардкору. И мы, наконец-то, можем увидеть фаталити. Нет, мы не видим фаталити. Почему никто не делает фаталити? Это что за интересный квадратик был. И у нас побеждает Саб-Зиро, и это значит... сейчас будет последний бой. Последний бой со мной. И на этом серию надо будет уже заканчивать. И я удивлен, что у нас серия почти что без погрешности, так сказать, идет. Все хорошо, идеально. Да, каждый сыграл друг с другом, показал свой скилл. Это замечательно, друзья мои. Замечательно. Я беру... Кого я беру? Кем я еще не играл? А, вот и все. На этом... И на этом мы эту серию и закончим. Как раз вот у нас пресс-старт to next match. И вот всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Да, я все, что говорил в начале, может быть, я ошибался. Может быть, все-таки с каким-то щучьим велением мы сможем записывать серии. Люди дерутся между собой, и это хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.